Ленинградской области устраняют последствия крупной аварии на нефтепроводе. Там во время прокладки кабеля рабочие повредили трубу, из-за чего в почву вытекло 450 литров дизельного топлива. Возникновение пожара удалось избежать, однако на всякий случай рядом с разливом дежурят пожарные и спасатели. Специалисты уверяют, что окружающая среда сильно не пострадала. Оперативно прибыв сюда первой бригады, мы локализовали, чтобы не было выхода дальше по почве и грунту. Сделано было три рабочих ямы, в которые копился продукт параллельно. Были развернуты вот эти, видите, резервуары, в которые перекачивается продукт насосами. Сейчас аварийные бригады вывозят загрязненный грунт. Сотрудникам же нефтяной компании предстоит найти виновников случившегося. Ту самую организацию, по заказу которой над трубопроводом протягивали кабель.